Всем привет, братья и сестры, на связи, как всегда, отец Евген. Добро пожаловать на довольно необычный видеоролик, который, честно скажу, я не думал и вообще никак не планировал снимать. Но сложившиеся обстоятельства требуют от меня такого вот решения. Наверняка каждый из вас, ну, может быть, не каждый, но большинство, видели, что совсем недавно на YouTube-канале Кель вышло, так сказать, разоблачение меня. Я считаю нужным пояснить за то, что было показано в его ролике. Ну и, естественно, принести какие-то извинения, в первую очередь, перед своей аудиторией, которая за мной следит, которая давно меня смотрит. Кто бы что ни говорил, но так сделать нужно. Поэтому все мои пояснения касательно всей сложившейся ситуации и полноценный ответ на разоблачение Келя лежит на моем втором YouTube-канале Евгениус. Втором и основном с некоторых пор канале. А ссылочка есть в описании, есть в закрепленном комментарии. Если вам нужны мои пояснения, объяснения, извинения, то прямо сейчас переходите туда. Я там все подробно рассказал и раскидал по полочкам. Я очень надеюсь, что после просмотра этого видео у вас ни у кого не останется ко мне больше вопросов. И вы все сделаете правильные выводы. Ссылочка в описании, в комментарии. Заходите, смотрите и...